привет из новой камеры. Решил не затягивать, в общем, с съемкой. Надо пробовать снимать, как оно все это. Но если вы это смотрите, значит, у меня получилось что-то отснять. В общем, так просто. Решил прокатиться по городу, съездить к Анатоличу в гости. Посмотреть, чем он там занимается. Ну и заодно поснимать, как камера снимает. Вернее, посмотреть, как она снимать будет. В общем, едем. Сейчас еду по набережной у нас в городе Омске. Ну, конечно, не самое лучшее время показывать вам ее. У нас в Омске плюс 3. Все тает нафиг. Выпал снег был, но по итогу весь растаял уже. Еще там с левой стороны у нас Иртыш протекает, который замерз. В общем, подо льдом она протекает. Вот такая вот у нас набережная. Грязь, серость. Так, ребята. Что у вас тут происходит? Что у вас здесь происходит? Ё-моё. Сейчас по Ленинградскому мосту поедем на левый берег, в общем. По набережной пробегается, люди здоровым образом жизни занимаются. Thank you.
Так, что у вас тут произошло? Что-то у нас тут десяточка сломалась. Так, аккуратно объедем. Кстати, собрал какой-то новый трактор, покрасил. Сейчас покажу вам его. Ну все, приехали. Пойдемте поздороваемся. Посмотрим, что у него там за трактор. Ключи собрать. Телефон забрать. Погнали!
О, вообще все бежит. Ужас, да. Анатолич, ты тут-то? И я тут-то. Здорово! Здорово! Я тебя тут в новую камеру закидываю. Бомба! Короче, тебя снимает 35 тысяч. Да? Видал? Ну, нас снимает. Че, чай дашь? Ну, короче, вот танк. Заделанный под старину, да, Макс? Че, дашь прокатиться? А? Макс, тракторист. Да, два экрана. Че, дашь прокатиться? Видишь, на фоне трактора. Может, я тоже буду трактористом, а? Дальнобой закину, я сейчас убирать надо снег в городе. В городе? Конечно, тает же весь. Все, поехали, заводи. Надеюсь, меня за эту хрень не забанят. За какую? Ну, за рекламу. Зубов. Ладно. Выпускайте Кракена. Полетел, полетел. Тормозит. Че, погнали? Давай, надеюсь, не убьют. Если что, винить во всем меня. Вперед! Там по центрам надо еще проехать. Я не поеду с тобой, я тебя возьму, меня там заберешь потом. Нет проблем. Давай я как-то остановлю здесь. Это большой белорус. Большой мини-белорус, короче. Ну, блин, поехал точно в центра, блин. Все.
надо ставить еще закид. Закидывай. Что, на базу поехали? Подожди. Меня не забудь. Давай, нормально, приберем. Открывай ворота! Бибип. Надо бибипку ставить. Она, короче, подмести. Вот это я понимаю, тест-драйв. Поковыряли. Так. Видал? Шатали как. Все на гидравлике, да, Макс? Да. Ну давай покажем. Короче, получается, что, Макс, какой мотор здесь? От чего? 6,5. 6,5 лошадей? Да. От крота? От крота. Ну и получается этот насос гидроча, да? Да. Коробка вазовская, классика. Классика. Мост тоже классический, обрезанный. Ну, сиденье газель. Да, газелька. Регулирует вперед-назад. Рундучок. Подумай, нафиг, а? Рундучок. Холодильник, короче, да? Да. Зимний. Ну и руль, соответственно, тоже. Регулировка руля, ты подумай. Капот открывается. Ну и покрасим. Масло? Да, ну покрашен у тебя же в это, порошковой краской. Бали меркой, да. Короче, он его продает. Если вдруг, мало ли вдруг кому интересно будет. Я думаю, вы найдете, как с нами связаться в комментариях, если кому интересно. Координаты. Как связаться с этим трактористом, с постройщиком. А так в хозяйстве, да, штука прикольная. Тормоза только задние. Гидравлические. Дисковые, мама не, ты подумай. Ладно. В общем, первый тест-драйв по поводу съемки камеры прошел. Тест-драйв трактора тоже провели. Ну все, всем пока, до новых встреч. Анатолич на месте, как всегда. Все, пока.